Прохладно сегодня. А в Москве вообще сейчас... Минус 7. Тут Сердючка в Израиль приезжает. Не даст всего 3 концерта. Значит, новый русский выходит из машины, да? И спрашивает, где этот чертов запорожец? Селком представляет. Впервые в Израиле. Сотовый интернет на русском языке. Новости, знакомства, электронная почта, музыка. И все это на русском языке. Только в аппаратах Селком iMode. Селком. Такая она. Любовь.